Всем привет-привет! У нас с вами любимый формат. Открываем посылочки. Очередной раз я вам говорила, каждый год мне Ирина отправляет посылочку под Новый год. Этот год не исключение. Давайте же откроем, посмотрим все вместе, что вкусненького или что интересненького нам отправили. Что-то мягкое. Ангел. Все знают, что я помешана на ангелах. Прелесть. Дед Мороз, принимай. Так. Я же говорила, что-нибудь вкусненького. Но пробовать это все я не буду. Надо же что-то настолько. Конфетки. Манго. Это, походу, мое любимое. Манго. Я не скажу, что я конфеты не люблю, но не так сильно, как по попробке. Но их тоже кушаю. Представьте себе. Не знаю. После долгого изучения оказалось чай. Брэн, ты что хочешь? Кушай, Ума. Не хочу. Хочу, правда. Сучу. А у вас зебра. Всем хорошего просмотра. Это для души. Эта Ирина всегда меня так балует. Нисколько, что я любительница сладкого, но вот этого сладкого почему-то я уже жду автоматом. Это внимание. Это... Вот этот вот мелочи, это так греет душу, а наше время вдвойне. Так что эти пойдут на елочку, а я, моя коллекция ангелов пополняется. Огромное спасибо Ирине, еще естественно я по другой линии спасибо скажу. Вам хорошего просмотра, надеюсь, вы вместе со мной порадуетесь и поищите в ваших шкафах что-нибудь вкусненькое, вы выпейте чай и покушайте. Всем хорошего просмотра, всем хорошего дня. С наступающим вас, друзья! Пока-пока!